Рецепт приготовления джема из мандаринов. 16 декабря 2017 года все любители полезных лакомств могут порадовать себя и своих близких, приготовив джем из мандаринов. Рецепт приготовления в домашних условиях мы распишем ниже. Так как основной продукт доступен круглый год, никаких проблем с приготовлением джема не будет. Химический состав и полезные свойства продукта, кроме великолепных ароматических, вкусовых и внешних качеств джема из мандаринов, обладает непревзойденными положительными качествами. Продукт обогащен витаминами группы В, Е, С, минеральными веществами, железом, магнием, фосфором, кальцием и калием. Подобного рода витаминно-минеральный комплекс позволяет стимулировать работу иммунной системы, улучшать защитные свойства организма от вирусов и инфекций, поддерживать работу сердечно-сосудистой системы, укрепляюще воздействовать на состояние суставов и костей. Продукт улучшает аппетит. Зачем себе отказывать в удовольствии вкушать лакомство? Вред мандаринового джема. Перед употреблением стоит учитывать калорийность продукта. В 100 граммах мандаринового джема содержит 276 килокалорий. При большом употреблении можно спровоцировать набор веса, проблемы с поджелудочной железой и с функционированием ЖКТ. Также бесконтрольное употребление продукта является угрозой возникновения сахарного диабета, развития гипертонии и сильной аллергической реакции. Как правильно выбрать мандарины? В рецептах джема из мандаринов не указывается, какие именно нужно взять фрукты. Давайте разберемся, какие же все-таки лучше выбрать мандарины для приготовления ароматного лакомства. Минимум химических добавок в кисловатых абхазских и грузинских фруктах, следовательно, они безопаснее для организма и полезнее. В турецких фруктах нет косточек, они обладают легкой кислинкой, но часто обрабатываются химикатами, такие сорта лучше не выбирать. Для мандаринового джема с кожурой. Испанские сорта очень сладкие, крупные, сочные, идеальный вариант. Мандарины из Марокко очень выгодны, так как они обладают высоким процентом сладости, в процессе приготовления нужно меньше сахара. Без косточек и с тонкой кожурой. Применение в кулинарии: мандариновый джем можно употреблять в качестве самостоятельного десерта. А также можно добавлять продукт в выпечку, иные десерты, соусы и маринады. Продукт обладает высокой термостабильностью и способен сохранить все свои полезные свойства даже после выпечки. Мандариновый джем в домашних условиях. Джем из мандаринов по нашему рецепту будет вкусным и полезным дополнением вашего рациона круглый год. Для приготовления понадобится: сладкие мандарины 0,5 кг, стакан сахара, 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока. Давайте рассмотрим самый простой рецепт джема из мандаринов с фото пошагово. Первый шаг – это подготовка продуктов. Мандарины нужно тщательно промыть под проточной водой, очистить от кожуры, косточек, белых прожилок. Лимон мыть, разрезать пополам, выдавить сок. Получившийся сок нужно процедить. Второй и третий шаг – взять емкость с толстым дном. Выложить очищенные дольки на дно и посыпать все сахаром. Поставить кастрюлю или сотейник с мандаринами на небольшой огонь и, постепенно помешивая, доводим до полного растворения сахара. Четвертый шаг – снять емкость с огня и с помощью погружного блендера нужно измельчить мандариново-сахарную кашицу до состояния однородной массы. Добавить лимонный сок. Пятый шаг – ставить обратно емкость на огонь и томим в течение 40 минут. Шестой шаг – в кипящем состоянии разлить массу по стерильным баночкам и плотно закрыть крышками. Хранить в холодильнике либо в подвале. Существует невероятное количество рецептов джема из мандаринов с фото, давайте познакомимся еще с некоторыми. Для приготовления понадобится 1 кг мандаринов, 1 палочка корицы, 0,5 кг сахара, 2 чайные ложки ванильного сахара, 2 бадьяна, 50 мл качественного коньяка. В итоге получится ароматный и уникальный джем из мандаринов с кожурой. Для приготовления необходимо взять мандарины, помыть их, очистить от косточек и от кожуры. Дольки разделить между собой и разрезать каждую вдоль пополам. Кожуру разрезать небольшими кусочками. Отдельно поставить в кастрюльку кожуру томиться с сахаром и мякоть с сахаром. Томить дольки примерно по 15 минут, а кожуру 25 минут. После соединить содержимое емкости, добавить приправы и коньяк и продолжать варить еще 15 минут. Снять с огня и измельчить полученное мандариновое варенье до однородной консистенции с помощью блендера. Поставить вновь на огонь и варить 10 минут.
В горячем состоянии полученную массу нужно разлить по емкостям с плотно закрывающейся крышкой. Благодаря коркам продукт приобретает тонкую горьковатую нотку. Еще один интересный рецепт мандаринового джема включает в свой состав следующие ингредиенты: мандарины, сахар, имбирь, лимонный сок, корицу, пектин на 20 мандаринов, приблизительно 20 грамм. Очистить мандарины и пропустить их через соковыжималку. В сок добавить воду в соотношении 1 часть воды на 3 части сока. Поставить на огонь и варить 15 минут. Сок варится приблизительно на 1/4. Сахар перемешать с пектином и добавить в сок. Джем оставить на огне вариться еще как минимум 10 минут, пока он не потемнеет. Переложить джем в предварительно подготовленные емкости и хранить в холодильнике до 1 месяца. Видеорецепт джема из мандаринов в мультиварке, отправить комментарий и подписка на комментарии. Теперь наши статьи про выращивание растений и другую дачную жизнь на канале Яндекс.Дзен. Похожие видео. Янтарно-рубиновый джем из клубники и лимона 12 мая 2018 года. Волшебный джем из всеми любимого персика 12 мая 2018 года. Зимняя вишня в облике ароматного джема 12 мая 2018 года. Экзотические гости из субтропиков — апельсиновый джем 11 мая 2018 года. Новые статьи: выращиваем на открытой грядке томат «Большая мамочка» 31 июля 2021 года. Как изготовить улей удав в домашней мастерской 28 июля 2021 года. О плюсах конструкции кассетного павильона. Бериндей 26 июля 2021 года. Невзрачная трава сушеница топиная, верный страж нашего здоровья 26 июля 2021 года. Оригинальный сорт томатов Ляшин с бутылочными плодами 22 июля 2021 года. Вопрос-ответы: как узнать о сорте по виду растения, что такое детерминантный помидор 17 июля 2021 года, сколько раз в день кормить поросят, чтобы они быстро росли и хорошо набирали вес 17 июля 2021 года, когда созревает финский картофель ханкен и почему он так популярен у нас 16 июля 2021 года, заботы о будущем урожае, какие сорта томатов устойчивы к кладоспориозу. 16 июля 2021 года выясняем, чем полезны и кому нельзя перепелиные яйца. 15 июля 2021 года — химический состав и полезные свойства продукта. Кроме великолепных ароматических, вкусовых и внешних качеств, джем из мандаринов обладает непревзойденными положительными качествами. Продукт обогащен витаминами группы В, РР, Е, С, минеральными веществами, железом, магнием, фосфором, кальцием и калием. Подобного рода витаминно-минеральный комплекс позволяет стимулировать работу иммунной системы, улучшать защитные свойства организма от вирусов и инфекций, поддерживать работу сердечно-сосудистой системы, укрепляюще воздействовать на состояние суставов и костей. Продукт улучшает аппетит. Зачем себе отказывать в удовольствии вкушать лакомство? Вред мандаринового джема. Перед употреблением стоит учитывать калорийность продукта. В 100 граммах мандаринового джема содержит 276 килокалорий. При большом употреблении можно спровоцировать набор веса, проблемы с поджелудочной железой и с функционированием ЖКТ. Также бесконтрольное употребление продукта является угрозой возникновения сахарного диабета, развития гипертонии и сильной аллергической реакции. Как правильно выбрать мандарины? В рецептах джема из мандаринов не указывается, какие именно нужно взять фрукты. Давайте разберемся, какие же все-таки лучше выбрать мандарины для приготовления ароматного лакомства. Минимум химических добавок в кисловатых абхазских и грузинских фруктах, следовательно, они безопаснее для организма и полезнее. В турецких фруктах нет косточек, они обладают легкой кислинкой, но часто обрабатываются химикатами, такие сорта лучше не выбирать. Для мандаринового джема с кожурой. Испанские сорта очень сладкие, крупные, сочные, идеальный вариант. Мандарины из Марокко очень выгодные, так как они обладают высоким процентом сладости, в процессе приготовления нужно меньше сахара. Без косточек и с тонкой кожурой. Применение в кулинарии: мандариновый джем можно употреблять в качестве самостоятельного десерта. А также можно добавлять продукт в выпечку, иные десерты, соусы и маринады. Продукт обладает высокой термостабильностью и способен сохранить все свои полезные свойства даже после выпечки. Мандариновый джем в домашних условиях.
Джем из мандаринов по нашему рецепту будет вкусным и полезным дополнением вашего рациона круглый год. Для приготовления понадобятся сладкие мандарины 0,5 кг, стакан сахара, 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока. Давайте рассмотрим самый простой рецепт джема из мандаринов с фото пошагово. Первый шаг – это подготовка продуктов. Мандарины нужно тщательно промыть под проточной водой, очистить от кожуры косточек белых прожилок. Лимон мыть, разрезать пополам, выдавить сок. Получившийся сок нужно процедить. Второй и третий шаг – взять емкость с толстым дном. Выложить очищенные дольки на дно и посыпать все сахаром. Поставить кастрюлю или сотейник с мандаринами на небольшой огонь и постепенно помешивая, доводим до полного растворения сахара. Четвертый шаг – снять емкость с огня и с помощью погружного блендера нужно измельчить мандариново-сахарную кашицу до состояния однородной массы. Добавить лимонный сок. Пятый шаг – ставить обратно емкость на огонь и томим в течение 40 минут. Шестой шаг – в кипящем состоянии разлить массу по стерильным баночкам и плотно закрыть крышками. Хранить в холодильнике либо в подвале. Существует невероятное количество рецептов джема из мандаринов с фото, давайте познакомимся еще с некоторыми. Для приготовления понадобится 1 кг мандаринов, 1 палочка корицы, 0,5 кг сахара, 2 чайные ложки ванильного сахара, 2 бадьяна, 50 мл качественного коньяка. В итоге получится ароматный и уникальный джем из мандаринов с кожурой. Для приготовления необходимо взять мандарины, помыть их, очистить от косточек и от кожуры. Дольки разделить между собой и разрезать каждую вдоль пополам. Кожуру разрезать небольшими кусочками. Отдельно поставить в кастрюльку кожуру томиться с сахаром и мякоть с сахаром. Томить дольки примерно по 15 минут, а кожуру 25 минут. После соединить содержимое емкости, добавить приправы и коньяк и продолжать варить еще 15 минут. Снять с огня и измельчить полученное мандариновое варенье до однородной консистенции с помощью блендера. Поставить вновь на огонь и варить 10 минут. В горячем состоянии полученную массу нужно разлить по емкостям с плотно закрывающейся крышкой. Благодаря коркам продукт приобретает тонкую горьковатую нотку. Еще один интересный рецепт мандаринового джема включает в свой состав следующие ингредиенты: мандарины, сахар, имбирь, лимонный сок, корицу, пектин на 20 мандаринов приблизительно 20 грамм. Очистить мандарины и пропустить их через соковыжималку. В сок добавить воду в соотношении 1 часть воды на 3 части сока. Поставить на огонь и варить 15 минут. Сок варится приблизительно на 1/4. Сахар перемешать с пектином и добавить в сок. Джем оставить на огне вариться еще как минимум 10 минут, пока он не потемнеет. Переложить джем в предварительно подготовленные емкости и хранить в холодильнике до 1 месяца. Видеорецепт джема из мандаринов в мультиварке.